Офигеть, мы это сделали! Братан, чтобы получить AVM Genesis совершенно бесплатно, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал и написать хороший комментарий плюс свой ID. И самое главное, смотри это видео без перемоток. Ну что же, ребята, всем желаю удачи, а мы идем дальше. Если хочешь получить крутые скины по дешевым ценам, переходи на новый сайт с кейсами под названием StanCase. Я тут играю и выбиваю скины. Быстрый вывод и большое количество кейсов. Чтобы забрать скин, который ты выбил, скажи специальный код техподдержки, который ты увидишь после открытия кейса. По промокоду KENT ты получишь бонус на баланс. Открывайте кейсы и побеждайте. Ссылка в описании. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я буду крафтить и еще раз крафтить. Ребята, вы только посмотрите, как у меня много разных предметов. Я потратил почти 2000 голды просто для этого крафта. Поэтому, ребята, поставьте огромный лайк прямо в эту секунду. Ну что же, я думаю, что начнем наш крафт именно с UMP-45 Shark. Ребята, ну а вы прямо в эту секунду напишите в комментариях, как вы думаете, выпадет ли мне сегодня AVM Genesis или нет. Потому что, ребята, сегодня я буду пытаться его крафтить. Ну что же, наш первый крафт это UMP-45 Shark. Ну что же, была не была, поехали! И мне выпадает FAMAS Beagle. Ну, скажем так, я хотел чего-то получше. Ну, например, AKR Sport. Поэтому так себе. Какаха выпала. Ребята, крафт номер 2. А вот теперь мне по-любому должно повезти. Ну, первый раз это было так себе, да? Знаете, как говорится пословица, первый блин комом. Ну что же, AKR Sport, иди сюда. О, да, детка, ребят, это бальзам на мою душу. Как же это офигенно, когда я выбиваю AKR Sport. Блин, какой он классный. Ребята, надо будет разыграть его как-то вам, потому что вы меня часто просите, мол, Кент АПК, дай AKR Sport. Ну что же, идемте дальше. Да-да, это далеко не конец. А вот теперь мы опять будем крафтить UMP-45 Shark. Крафтинг. Очень надеюсь на то, что мне повезет и выпадет опять AKR Sport. Я верю в это. AKR Sport, выпадимус. Ну блин, ну чё это с говно, ну камон. Фу, блин, какашка. Ну а теперь самое интересное, потому что мы, ребята, будем крафтить эпики. Ну как, не, это не самое интересное, но это тоже интересно. Вот с эпиков уже может выпасть что-то хорошее. И наш первый крафтик. Что же мне выпадет? Вы, как обычно, должны написать в комментарии. Фух, ну шо, поехали! AVM Gear! Офигеть, вот эта пушечка, блин! Я, ребята, должен поиграть с этим AVM, какой же он офигенный! Блин, ну AVM Gear это уже неплохо. Ребят, хэштег неплохо. Ну а теперь мы, ребята, будем крафтить MP7 Offroad. С этих скинов тоже может выпасть кое-что годное. И мы можем, черт возьми, окупиться. Ребят, пока что все идет очень хорошо. Я вам скажу по секрету, я даже в плюсе. И это офигенно. Ну что же, иди к папочке. Ну, ребят, ну в принципе, ну неплохо. Даже очень неплохо. G22. Слушайте, легендарочка, блин, ну это офигенно. Честно говоря, мне очень нравится. Давайте крафтить дальше. Опять, ребята, крафчу MP7 Offroad. И что же мне выпадет, как вы думаете? А ну-ка. Фух, поехали. Оу, ну, блин, мы не окупились. Блин, ну, это, ребят, меня, конечно, не радует. MP7 Аркад, ну, хотя бы легендарка, хотя бы спасибо за это. Так, ребята, давайте мы еще покрафтим немножко UMP-45 Shark, потому что почему-то на них мне везет больше всего, поэтому давайте сделаем еще 3 крафта UMP-45 Shark, а после этого уже будут легендарочки. AKR Sport! Чего? Да ну в задницу, не, ребят, чё-то как-то вообще все очень-очень плохо. Ну ничего, ща отыграемся, я вам отвечаю, смотрите, ща будет что-то хорошее. Зуб даю, AKR Sport, даже пальцы скрещу. Ребята, хэштег AKR Sport. Ну блин, M40 Wake, да ну, вообще печаль, беда. Ребят, крафтим дальше, UMP-45 Shark, пожалуйста, не подведи. Опять M40 Wake. Блин, ребят, печаль, беда.
Ну что же, а вот именно теперь, вот именно в эту секунду, ребята, я буду крафтить легендарки. Я знаю, что каждый из вас пришел сюда именно ради этого крафта. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте огромный лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, то мало ли вы не подписаны. И напишите в комментариях, как вы думаете, выпадет ли мне АВМ Генезис или нет. Ну что же, я готов нажать на волшебную кнопочку, и прямо в эту секунду мы узнаем, я в плюсе или в минусе. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, ребят, я держу кулачки. Давайте. АВМ Генезис! Да! Да-да-да-да-да! Офигеть, мы это сделали! Обалдеть, ребята, я в шоке! Я не верю своим глазам, офигеть! Мы скрафтили АВМ Генезис! Как это круто, блин! Но вы обязаны вот прямо за это поставить огромный лайк и подписаться на мой канал. Ребята, я в шоке! АВМ Генезис! Да, детка, да-да-да-да-да, обожаю крафты. Ребята, если мы наберем 7к лайков, то я обязательно сниму продолжение, поэтому все зависит только от вас. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК, обязательно пишите хорошие комментарии, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВК, добавляйте меня в ВК. Ну короче, все ссылочки есть в описании, всех люблю, всем удачи и всем пока. Пока-пока.